До официального закрытия Вениамин Кондратьев еще раз обошел стенд региона и пообщался с главами муниципалитетов. Губернатору рассказали, для реализации каких проектов уже нашелся инвестор. Так, например, в Новокубанском районе планируют разбить новый яблоневый сад на 150 гектаров. Сегодня уже есть бизнесмен, который готов вложить деньги. Однако для воплощения идеи этих инвестиций будет недостаточно. Мы должны реально показать сырьевую базу, все, что у нас есть, не припрятывая ее для себя или там на черный день, или там куда-нибудь. Ее надо дать тем, кто может ее реально использовать. То есть это только инвестор. Бизнес, у которого есть деньги для того, чтобы сделать вот ту добавленную стоимость любому району, которая сегодня нам так необходима. Поэтому дайте реальные предложения, исходя из реальных ресурсов муниципального образования, и создайте комфортные условия. И еще раз подчеркиваю, бизнес все делает. При этом привлекать инвестиции важно не только в форумах, акцентировал Вениамин Кондратьев. В каждом районе эта работа должна вестись ежедневно.